Эту дверь Николай Андреев впервые открыл 2 года назад. Руководитель отряда «Безымянный солдат» и по совместительству директор учебного музея «Аракса» уговорил руководство вуза отдать подвал поисковикам. Ой, 20 метров пока. Пока? Значит, есть какие-то перспективы? Есть. Какие? Не хотелось бы заранее говорить. А вот об экспонатах сколько угодно, их почти 800. Есть даже семейный раритет Андреева, послевоенный патефон. Это наследство от деда, говорит Николай. Военное прошлое семьи сыграло в его призвании немаленькую роль. Это у меня воевало 16 мужчин по линии отца, по линии матери. С войны вернулся один. 4 я нашел. Теперь Андреев помогает другим. Летчика. Сегодня с его подачи все Удмуртии ищет родственника Сергея Фиранова. Летчик, служивший под Крамами в 43-м, разбился в районе села Рассыльное. Его история вышла из забвения, когда местная жительница и очевидица падения штурмовика Ил-2 обратилась к губернатору за помощью. Александр Петрович, вы меня извините, пожалуйста, говорю. А меня ручьем слезы текут, а он меня гладит по плечу. Вы не плачьте, не плачьте. Будет сделано, будет раскопано. Поисковики установили боевое задание. На штурмовике выполняли стрелок Иван Наволокин и Сергей Фиранов. Среди найденного на месте документы пилота. А этот экспонат Андреев выделяет особо. Газета «Правда» от 16 июля 1943 года. Ее достали из летного планшета. Газета уникально сохранилась вот, в связи с условиями. Она разворачивается полностью. В ней самая известная статья Бориса Полевого о Орловской битве. Эту газету поисковики «Безымянного солдата» передадут в военно-исторический музей. В понедельник руководители 13 региональных отрядов здесь встретились с Александром Козловым. Зашла речь и об операции под Крамами. В ближайшее время решим вопрос, сделаем мемориал на этом месте. Ну, пусть он будет не такой большой, шикарный, но тем не менее, памятник нам необходимо там поставить. В общем, я за поручение дал, надо подумать, что там сделать. Эту встречу с губернатором поисковики уже назвали событием знаковым. В последние 3 года они ощущают, что поддержка региональной власти не просто слова. В будущем году по просьбам поисковых отрядов будет приобретена специальная техника. О ней поисковики мечтают уже давно.